В октябре прошлого года глава Березняков Сергей Дьяков провел свой первый прямой эфир в Инстаграм. Жители города обратили его внимание на массовое увольнение дворников и несвоевременную подачу тепла в городе. Отсюда и возник вопрос мэру, когда же появится муниципальная управляющая компания. Тогда градоначальник ответил, что не уверен, нужно ли это. То есть дилемма такая. Мы создаем управляющую компанию, забираем в городе все дома, их все больше и больше будет, которые не берут управляющие компании, и тратим деньги других жителей, у нас же других денег нет. Ну, понятно, что она будет убыточной. Надо ли это? Не уверен. Но в декабре 19-го в город приехал Максим Решетников и дал поручение общежитие и дома в нехорошем состоянии должна взять на себя муниципальная УК. И спустя полтора месяца Сергей Петрович заявил, решение о создании муниципальной управляющей компании принято, это бесповоротно. Как стало известно на днях, муниципальная управляющая компания будет создана на базе МУП «Водоканал». Для того, чтобы создать направление в виде управляющей организации, нам необходимо следующее. Первое, значит, это подтянуть нормативную документацию. Второе, получить лицензию. И третье, необходимо создать материально-техническую базу для того, чтобы потом жилфонд обслуживать. Критерии, ну, здесь будут, наверное, отбора самые простые. Если этим не управляет никто, соответственно, будем управлять мы. Открыть городскую управляющую компанию планируется в мае-июне. Принимать дома на управление будут в порядке обычного конкурса наряду с другими управлялками. В первую очередь «Водоканал» возьмет дома, которые сейчас вообще без управления. За что будете браться в первую очередь? Что будете там, может быть, восстанавливать, ремонтировать? Сейчас нужно сказать, каждый дом индивидуален, соответственно, все это подлежит глубокому освидетельствованию и осмыслению. Ну, понятно, значит, беда у всех – это инженерные коммуникации, кровли, частично фундаменты, отмостки. По словам Игоря Вылетко, создать городскую управляющую компанию на базе «Водоканала» решили потому, что у них уже есть опыт в открытии новых направлений. Напомним, сейчас МУП «Водоканал» занимается перевозками в общественном транспорте и контролем за водоисточниками бывшего Усольского района и Березняков. Кристина Придейна, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.